хозяйство специализируется на молоке. Молочным скотоводством занимаемся и реализацией товарной продукции растениеводства, то есть многоукладное хозяйство. Вся линейка у нас очень много техник компании «Россельмаш». Вся техника мне нравится, она экономична, она эффективна, она эстетична и в то же время доступна по цене. Но вот теперь приобрели вот эту вот машину громадную, мощную, потому что требования растут, производительство должно расти, качество приготовленной массы должно соответствовать сегодняшнему уже дню. Вот посмотрите, как измельчает, как и резко регулируется прямо из комбайна. Можно любой длины сделать, можно сделать кашу. Вот измельчает прекрасное измельчение зеленой массы кукурузы. В любом, так сказать, режиме измельчает налетние травы. Он у нас работал на подборе налетних трав. И исключительно хорошо зарекомендовал себя. Очень приятно, что отечественная компания относится к делу вот с такой ответственностью, как «Россельмаш». Хотелось бы, чтобы и все остальные компании отечественные, и тогда бы было бы очень-очень нам бы жить приятно в нашем отечестве. И заказывали мы технику не импортную, а вот такую, как делать «Россельмаш».